Прекратись. Нужно ее выбросить. Слишком старая. Господин Уиллер! Спуки. Привет! Вы что, хотите эту шину выкинуть? А что? Лучше отдайте ее мне! Ух! Вот это да! А брось сейчас же! Почему? Вдруг она мне еще пригодится. Вы же хотели выбросить. Готово. Очень неплохо. Здравствуйте, Уиллер. Здравствуй. Что тебе нужно? Можно одолжить у вас молоток? Пожалуйста. Молоток? Наверное, нет. Он как раз мне сейчас нужен. Тогда можно взять его попозже? Я могу подождать. Я и позже его не дам. Он будет нужен мне сегодня, завтра и всегда. Жадина. Прекратите! Уиллер! Что вы здесь делаете? Здесь дренажные работы. Прекратите это, или я вам покажу. Что? Я не могу выносить такой шум. Где же они? Что случилось? Представляешь, исчезли все мои инструменты. Бедная Джин. Ребята! Привет! Джин, ты чем-то расстроена? Ее инструменты опять пропали. Я нигде не могу их найти. Их нет в верхнем ящике. А ты никому их не одалживала? Ты прав! По-моему, одолжила. Но кому же я их одолжила? Постарайся вспомнить. Я не помню. Но ты ведь должна работать, Джин, так? Тогда тоже одолжи у кого-нибудь инструменты. Наверное, у господина Уиллера найдутся такие. Полечу, спрошу. Спасибо, Хелли. Надеюсь, Спуки больше не вернется. Не люблю давать кому-то свои вещи. Какой же он жадина. Он даже молотка не одолжил. Это что? Мне он не разрешил взять шину, которую выкидывал. Все ему жалко. Да он просто жадина. Верно, точно. Точно. Что это? Нет, Уиллер. Кто это называет меня жадиной? Ну и что, что я сам хочу пользоваться вещами? Уиллер вышел из себя. Уезжаем. Так, считаете меня жадиной? Что, мне жаль делиться? Я все слышал. Господин Уиллер! Здравствуйте! Хелли, я рад тебя видеть. Есть минутка? Да, а что случилось? Дело в том, что Спуки просил меня отдать ему старую ненужную шину. Но я отказался, ведь она моя. Так значит, я тебе их одолжила. Может быть, я слишком поздно их вернула тебе? Нет, ты успела как раз вовремя. Вот и хорошо. Они мне очень пригодились. Спасибо, Джин. До скорой встречи. Пока, Стейси. Значит, зря Хелли улетел. Разве они правы, обзывая меня жадиной? Что плохого в том, что мне самому нужны мои вещи, и я не хочу их кому-то отдавать? Да, все, что вы говорите, правильно, но... Что «но»? Пусть кто-нибудь попользуется вашими вещами, если они лежат без дела. Ведь хорошо помогать друг другу. Вы тоже однажды можете обратиться за помощью. Кто я? Никогда этому не бывать. Вот еще. А зачем ты сюда прилетел? Да просто так. Просто так? Как же я мог попросить его одолжить инструменты? Ничего страшного, Хелли. Это Стейси их брала.
Она мне их только что вернула, и я ими уже и работала. Правда? Как хорошо! Меня беспокоит отношение Уиллера с его друзьями. На него многие обижаются из-за его скупости. Это точно! Я уверен, когда-нибудь и ему понадобится чья-нибудь помощь. Да. 6, 7... Что это может быть? Что это? О, крыша обвалилась. Нужно починить ее. Минутку. Мне нужна лестница, чтобы подняться на крышу. У кого бы одолжить ее? Он мне будет нужен сегодня, завтра и всегда. Что плохого в том, что мне самому нужны мои вещи? Если бы я знал, что это случится. Надо же, ну и дела. Вот где. Это выше, чем я думал. Нужно быть осторожнее. Ужас! Это Уиллера. Но откуда он упал? На помощь! Господин Уиллер! Помоги мне, Клинни, помоги! Я сейчас упаду в трубу! Помоги скорее! Подождите немного, я вызову спасателей! Подождите! Команда спасателей, Джин. Джин, господин Уиллер в беде! Что, Уиллер? Скажи, а что с ним такое? Чрезвычайная ситуация! Господин Уиллер упал в дымоход, когда ремонтировал крышу! Поезжайте к его магазину, скорее! Хорошо! Спасатели скоро приедут. Это они! Господин Уиллер! Эй, Полли, вытащите меня! Не волнуйтесь! Скоро мы вас спасем! Хелли, помоги Уиллеру вылезти из трубы! Быстро! Хорошо. Рой, быстрее готовь лестницу! А ты, Эмбер, надувной матрас! Хорошо! Хорошо! Осторожнее! Спасибо. Рад помочь. Рой, лестница уже на крыше. Понял. Уиллер, ступайте сюда медленно. Я держу вас. Ладно. Не надо смотреть вниз. Смотрите вперед. Ясно. Высоко. Так, отлично. Готово, Рой! Ладно, я опускаю кран. Успокойтесь, Уиллер. Вы почти внизу. Ну и ну. Я так рада, что вы целы и невредимы. Спасибо. Я только одного не могу понять. Зачем вы туда забрались? Ну... Я хотел починить крышу, но у меня не было лестницы, и не у кого было одолжить ее. Господин Уиллер! Что вы тут делаете?
Мы волновались, потому что слышали, что с вами что-то случилось. Как вы? Не поранились? Все хорошо. Спасибо вам всем. Теперь я понял, как ошибался. Мне жаль, что я так вел себя. Ничего. Главное, что с вами все в порядке. Квинни, ты говорила, что тебе нужен молоток. Возьми его. Пользуйся. Что? Правда? Да. Брунер, Полк, вы можете продолжить свои работы. Ух ты, неужели? И, конечно же, Спуки. Вот. Играй сколько хочешь. Как здорово! Что? 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 Нет, опять застрял. Хорошо, Микки. Выливай бетон сюда. Ладно. Привет, Микки. Привет, Полли. Здравствуйте, Билди. Привет, Полли. Много у вас работы с трубами, да? Мы кладем трубы на трех площадках. Вот и работаем с самого раннего утра. Да. Вам нужно спешить, но и за безопасностью следите. За нас не беспокойся. Ладно, тогда я поеду. Всего хорошего, Полли. Билди, я закончил заливать бетон. Дай-ка посмотрю. О, отличная работа. Спасибо. Дампу и Паук уже ждут на последней площадке. Едем туда. Да. Ребята? Билди. Закончили свою часть работы? Да. Теперь нужно залить бетоном. Вы неплохо поработали. Мы с Микки здесь закончим, а вы свободны. Да. До встречи. Микки, залей сюда бетон. Да. О, нет! А бетон-то закончился! Надо же! Тогда поезжай за бетоном, а я пока подожду здесь. Да! Я мигом вернусь! Как быстро закончился бетон, а? Это что, вроде и были? Та-да! Ух ты! И я так могу! Эй, ребята! А что это вы здесь делаете? Ну, это... И почему он так долго? А не взглянуть ли пока на чертежи? А? Не хватает страницы. Может, я уронил ее на другой площадке? Пойду поищу, но я же не могу уйти. Билди! Опять мы встретились. Полли, как ты вовремя. Мне нужно найти одну бумагу. Но, как видишь, я не могу уйти отсюда из-за этой ямы. Не волнуйтесь, господин Билди. Я пока за ней присмотрю. Правда? Спасибо тебе, Полли. Не за что. Ах, вы безобразники! Из-за вас мне придется опять приезжать сюда и делать свою работу! Как я зол! Микки! Билди! Я думал, ты уехал за бетоном. Что ты здесь делаешь? Ну... Господин Билди! Мы здесь просто играли, а Майки накричал на нас и напугал. Мне так страшно! Что? Билди, выслушайте меня, прошу! Молчать! Сейчас же уезжайте! Игры около стройки опасны! Да! Микки, ты должен ехать за бетоном и назад! Ну ладно. Он даже не выслушал меня и сразу накричал. Микки кричал на детей? Не могу поверить. Да, абсолютно точно. Может, у него была причина? Какая еще причина? Микки давно бы уже пора повзрослеть. Ха,
Чтоб бетон не застывал, Микки барабан вращал. Микки! Привет, Полли! Привет, Микки! Знаешь, Билди кое-что рассказал мне. Что случилось на самом деле? Ну, я кричал на детей, потому что они оставили на бетоне следы. Но Билди даже слушать меня не стал. Просто накричал. Вот оно что. Не грусти, Микки. Он поймет, как только все узнает. Билди ждет тебя. Поскорее возвращайся с бетоном и расскажи ему, как все было. Он поймет. Хорошо. Чтоб бетон не застывал, Микки барабан вращал. Ребята? А? Полли, Полли! Привет! Здравствуй! Играете в мяч? Да! Ребята, я задам вам один вопрос. Какой? Скажите мне, это правда, что вы оставляете следы от колес на бетоне? Значит, Микки сказал правду. А вам известно, что господин Билди накричал на него из-за вас. Да. Если бы вы сказали правду, Билди не рассердился бы на Микки. Ты прав. Вы поняли, что поступили неправильно. Но вам нужно рассказать Билди, как все было на самом деле. Что? Так вот как все было. Да. Мы боялись, что если сознаемся, вы на нас накричите. Ну вот, какую ошибку я допустил. Теперь Микки обиделся на меня. Когда Микки вернется, выслушайте его. Я встретил его по дороге, он был очень расстроен. Спасибо тебе, Полли. Благодаря тебе я все понял. И спасибо вам, что сознались. Не за что! Чтоб бетон не застывал, Микки барабан вращал. Не хочется возвращаться. Наверное, он ждет меня. Ненавижу Билди за то, что он никогда не слушает. Я вообще не вернусь. Я спрячусь где-нибудь, и он не найдет меня. Пусть еще подождет. Так ему и надо. Вот тут я и спрячусь. Ему не найти меня. Не будет кричать. Он не сможет закончить работу! Что? Недоразумение между Билди и Микки разрешилось? Билди обещал мне поговорить с Микки. Уверен, все уже улажено. Представляю себе, как сейчас грустно Микки. Вот увижу Роди и Бенни, так накричу на них! Не нужно. Они уже сожалеют о своем поступке. Я рада, что Билди наконец-то все понял. Что? Когда успело стемнеть? Нет! Я не смогу проехать! Как страшно! Нет! Я не могу выбраться! Микки! Билди, Микки, что же? Ты? Что мне теперь делать все это время? Он ждал меня. Если он узнает, что я прятался, опять накричит. Где же он может быть? Что с ним случилось? Билди! А? Я здесь! Микки! Скажи-ка, что с тобой случилось? Я не могу выбраться отсюда! Застывший бетон не выпускает. Микки, потерпи немного. Я сейчас вызову спасателей. Команда спасателей, Джин. Господин Билди? Серьезно? Я немедленно высылаю к вам спасателей. Чрезвычайная ситуация. Происшествие на стройплощадке. Скорее выезжайте на помощь Микки. Хорошо. Ничего. Они здесь. Ха-ха-ха!
Господин Билди! Микки вон там! Полли, помогите мне! Не волнуйся, Микки, мы обязательно вытащим тебя. Рой, вначале нужно отделить бетон. Ясно! Есть! Микки, не приближайся, это может быть опасно. Ладно! Готово! Да! Давайте уберем куски бетона. Хорошо! Микки, все позади, можешь выезжать. Спасибо, Полли. Я так сильно разозлился, что захотел где-то спрятаться. Понятно. Микки, Бенни и Роди мне все рассказали. Прости меня, что не стал тебя слушать, а сразу накричал. И вы простите. Я рад, что ты цел. Теперь буду внимательно тебя слушать. А что нам делать со стройкой? Разве не нужно ее закончить именно сегодня? Это ничего. Закончим завтра. Как хорошо. Билди, кажется, сейчас начнется. О чем ты? Простите, я долго не вращал барабан. Это все он. О, скоро у нас конкурс талантов. Как думаете, кто победит? Конечно, Брунер. Ты представить себе не можешь, как много он тренировался. Да, Брунер? Еще бы! Я стану победителем и получу кубок конкурса талантов. Эй, а? В этот раз берегись. Суки! Я тоже приму участие в конкурсе. Кто ты? И что же ты там покажешь? У меня это будет не какая-то детская игра, как у Брунера, а веселое и увлекательное представление. Представление? Да, вот посмотрите. Ух ты! Ну как? Потрясающе! На конкурсе я покажу кое-что поинтереснее. Вот так-то! Фикс, фикс, фокс! По сравнению с представлением Спуки, мое просто ерунда. Нет, Бруно, по-моему, твое шоу с футбольным мячом лучшее в мире. Да, Брунор, оно просто классное. Да, правда? Да, мы будем за тебя болеть. Хорошо, я буду стараться. Смотрите! Этот кубок Брума получит победитель. Ух, какой красивый! Кто победит в этот раз? Это будет Брунер. Все знают, какое у него отличное шоу с мячом. Ну и наш Спуки в этот раз молодец. Спуки покажет фокусы. Фокусы? Вот это да! Да, и номера Микки и Клини. Да, Клини собирается показать шоу с мытьем посуды, а Микки с бетоном. Я уверен, в этот раз будет очень весело. Ну а мы с вами приложим все усилия, чтобы конкурс прошел успешно. Хорошо! Господин строитель, а мы не опоздаем на выступление Брунера? Еще есть немного времени до начала конкурса. Если я опоздаю, придется смотреть издалека. Но мы не можем уехать сейчас. Дампу еще нужно закончить работу. Скажите, а еще много работы на сегодня? Нужно привезти еще бревна с лесопилки, чтобы завтра не отстать от графика. Как только я закончу, я подъеду к вам.
поезжайте вперед с Максом и Пауком. Но... Пожалуйста. Ничего, если ты останешься один. Конечно, поторопитесь. Господин строитель, как вы рано? Эти двое весь день ныли. А Дампу нет с вами? Ему нужно закончить работу, но он подъедет. Ясно. Начнем. Раз-раз, проверка микрофона. Ли, подвинь трибуну чуть влево. Сейчас. Так. Было бы лучше, если бы и Дампу был с нами. Дампу еще на лесопилке. Что бы это закончить, нужно много времени. Если постараюсь, то успею до начала конкурса. За дело, Дампу. Нет, опять разбилось. Но сколько можно? Клини, перестань нервничать. Мы начинаем конкурс талантов нашего города. Так страшно. Хорошо, что Дампу рядом. Дампу нет. Конца этому не видно. Нагружу сейчас все это и поеду. Так и сделаю. Нагружу побольше. Дампу. Что? Послушай, не бери так много. Можно в аварию попасть. Все в порядке. Я справлюсь. А? Да, Микки демонстрирует всю свою мощь. О, жаль, русалочка осталась незаконченной. Скоро уже очередь Брунера, а Дампу все нет. Ты прав. Кажется, я нагрузил слишком много. Но если не поспешу, пропущу выступление Брунера. Нет! Нет! Итак, у нас остались лишь Брунер и Спуки. Кто же из них станет победителем? Кому достанется кубок? Ну почему нет Дампу? Он обещал за меня болеть. Мы ненадолго прервемся. Команда спасателей к сцене. Что случилось? Что такое, Джин? Происшествие недалеко от лесопилки. Перегруженный Дампу пытался въехать на холм. Что-то с Дампу? У него лопнула шина, и все бревна высыпались прямо на дорогу и перекрыли проезд. Поезжайте, ему срочно нужна помощь. Поле, нужно спешить. Да, едем. Нельзя было оставлять Дампу одного. Мне жаль. Элли, лети вперед и разведай обстановку. Ладно. Что же делать? Не могу двинуться с места. Это там? Дампу! Элли! Опа! Ой! Элли, я не могу больше это терпеть. Не отчаивайся! Скоро прибудут спасатели! А вот и они! Ха!
А? Сюда! Ой. Рой, Эмбер, подстрахуйте нас! Хорошо! Эмбер, давай расчистим дорогу. Все хорошо, Дампо. Спасибо вам, друзья. Рады помочь. Эмбер, берегись! Ты в порядке? Да, в порядке. Ой. Готово. Поможешь Дампу, Титан? Не волнуйтесь, мне это вполне по силам. Отлично, Дампу. Подвигай. Хорошо. Спасибо, Эмбер. Спасибо, ребята. Не за что. Рады были помочь. Вот что, Дампу, больше никогда так не перегружай себя. Это может быть опасно. Знаю. Но мне очень хотелось взглянуть на выступление друга. Вот я и перестарался, а Брунер уже выступил. Ничего, Дампу, в другой раз посмотришь. Верно, Дампу! Наш Дампу здесь! Дампу! Привет! Дампу, мы должны были тебе помочь, а не бросать одного. Не, это мне неловко, что заставил вас волноваться. Кстати, как прошел конкурс? Конкурс еще не закончен, Дампу. Брунер настаивал на его продолжении, когда ты приедешь. Правда? Да! Хорошо, продолжим конкурс, да? Брунер, ты готов? Да! Дам, поддержи меня! Я выступлю лучше всех и завоюю городской кубок! Да о чем это ты? Кубок города мой! Ух, Нет, мой мяч! Кто его украл? Это не воровство, это фокусы! Что? Фокусы? Куда исчез мой мяч? Остановись! Брунер, что ты делаешь? Ты хотел испортить мое выступление! Это неправда, неправда! Бумага сюда, стекло сюда, а бумага сюда. Что это? Это... Карта сокровищ. Пусти! Да, ты хочешь его найти? Что? Что, клад? У тебя карта сокровищ. Вот это? Я не уверена, настоящая ли она. Это точно она. И что мне теперь делать? Искать это сокровище. Мы найдем его, ты и я. Пусти! Почему ты опоздала? Как почему? Я готовилась. Хорошо. И куда же мы поедем? В соответствии с этой картой, это около входа в долину сов. Вон там. Ну тогда догоняй! Поехали вместе, Пусти! Нужно торопиться, пока солнце не зашло! Ладно. Завтра в тренировочном лагере вы многому научитесь. К примеру, как разжигать костер.
И как оказать первую помощь другу, если произошла поломка? Да. И еще, ребята, главное, не забудьте о запасном колесе. Ясно. А еще в конце дня вас ожидает один сюрприз. Увидите сами. Ух ты! А что это? Секрет. Завтра узнаете. Так, по дорожке подъезжаешь к дереву с дуплом, под которым спрятан ключ. Где оно? Вот оно! Подожди! Где оно? Я нашла его! Обладатель этого ключа откроет сундук с сокровищем. Ух ты! И правда, сокровище! А в сундуке золотые метелочки. О чем ты? Там золотой почтовый ящик. Из чистого золота. Золотой почтовый ящик. Клини, лучше отдай этот ключ мне. Зачем? Как ты не понимаешь? Если у тебя будут и ключ, и карта, ты сможешь найти сокровище без меня. Что? Ты что, хочешь найти его один, без меня? Да ты что? Я даже не знаю, где клад, потому что у меня нет карты. Ладно, тогда я отдам ключ тебе, но карту буду видеть только я. Это честно? Скажи. Да, это честно. Вот. Куда мы теперь едем? За мной. Хейли, в гараже беспорядок. Извини, Джин, я приберу здесь позже. Странно, куда же она подевалась? Ой! Хейли! Скоро мы будем на месте. Так это здесь или нет? Почему бы не достать карту и не проверить? Хорошо. А ты закрой глаза. Ладно, закрыл. Когда мы дойдем по дороге до одиноко стоящего дерева, нужно свернуть направо. Там будет клад у подножия слоновьей скалы. Что? Это слоновья скала! Слоновья скала? Ух ты! Ой, я же просила закрыть глаза! Так нечестно! Я хочу первым найти сокровище. Прости. Что? Остановись! Я-ну! Мой золотой ящик! Это золотая метелка! Остановись, Пости! Нет, я уже почти там! Вот беда! Мой ключ! Клини! Пусти, я здесь! Пусти, помоги! Подожди! Я сейчас вызову спасателей! Потерял? То есть ты потерял вещь, необходимую для завтрашнего дня? Что ты потерял, Хелли? Карту сокровищ! Карту сокровищ? В конце дня мне хотелось устроить в лагере поиски клада. Хелли, а это не та очень старая свернутая в рулон бумага, которая лежала в гараже? Да, это карта. Где она? Она... Я думала, это мусор, и выбросила ее. Что? Я так хотел, чтобы она была похожа на старинную карту! Нет, ой, нет! Я не хотела. Команда спасателей, Джин. Джин, у нас беда. В чем дело? Клини повисла на обрыве в долине Зоа.
Поняла. Немедленно высылаю спасателей. Лети вперед, разведай обстановку. Хорошо. Вот она. Клини! Элли. Не волнуйся, Клини. Команда уже в пути. Они здесь. Мы здесь, Полли! Подожди, Хелли, я спущусь к вам! Рой, Эмбер, подготовьте спасательную люльку, быстро! Хорошо! Не волнуйся, скоро мы тебя поднимем. Спасибо. Рой, давай спускай люльку. Сейчас. Еще немного. Быстро залезай сюда. Мне страшно. Элли! Клини, не бойся. Я подстрахую. Ага. Я не могу. Ничего, Клини. Только не спеши. Залезай медленно. Вот. Молодец, Клини. Мы успели вовремя. Рой, тяни, но медленно. Хорошо. Что? Значит, вы искали клад? Ну, это... О, моя карта сокровищ! О, неудобно как-то получилось. Я сделал эту карту, чтобы искать сокровища с тремя малышами. Что-что? Она не настоящая. Мой золотой ящик. Моя золотая метелочка. Не расстраивайтесь так, ведь сокровища есть. Правда? А? Но это альбом. С фотографиями жизни нашего городка. Ого, здорово. Да, это конкурс талантов, а это спортивные соревнования, а это... Это же мы! По-вашему, это сокровище? А как ты думаешь, разве наш любимый городок не сокровище? Да, хорошо подмечено, Эмбер. А Хелли придумал сделать такой альбом для каждого. Отличный подарок, Хелли. Мы ничего об этом не знали. Вели себя как две жадины. Мне так стыдно. Да. Но все равно, для трех машинок малышей пусть это завтра будет сюрпризом. Хорошо, я буду хранить тайну. А для этого мне понадобится моя старинная карта. Здравствуйте. Здравствуй, Дампу. А? Откуда эти бревна? Вы же мне сказали, что их надо привезти. Я?
Когда я говорил? Макс передал мне. Что? Я попросил, чтобы их отвезли на лесопилку. Макс, объясни, в чем дело? О, я сказал что-то не то. Прости, Дампу. Не поручайте Максу ничего важного. Он все забывает. Такой рассеянный. Макс, чтобы этого больше не было. Мне очень жаль. Макс! Привет! Привет, Хелли! Ты чем-то расстроен? Все хорошо? Почему я все время все забываю? Забываешь? Ну да, я поставил Дампу в неловкое положение. Как жаль. О, Макс, я помогу победить забывчивость. Как победить? Тебе поможет метод Хелли. Метод Хелли? Да. Если нужно запомнить про самолет, я делаю из этого предложение. Я запоминаю, что самолет на первом месте по скорости. Предложение запоминать гораздо легче, чем отдельные слова. О, так намного легче. Попробуй как-нибудь. Спасибо, Хелли. Готово, Полли? Спасибо, Джин. Теперь твоя очередь. Да. Так. Ну что, приступаем. А? А где мой гаечный ключ? Хелли! Нужно посоветовать и Джин тоже метод Хелли. Метод Хелли? Но этот детский метод не поможет нам найти гаечный ключ. Ты так думаешь? Посмотри в первом ящике. Что? Ух ты! Я запомнил с помощью своего метода, что Джин чаще всего кладет гаечный ключ туда. Ты говоришь, что мой метод детский? Тогда я не расскажу тебе о нем. Ну все, пока! Расскажи о своем методе! Макс? Да, господин строитель, что такое? Хотя нет, ладно, уже ничего, да. Не бойтесь, уважаемый Билди, я ничего не забуду, как в прошлый раз. Теперь я запомню ваше поручение. Сообщи всем, что завтра в час дня мы собираемся на Яблочной улице. Завтра в час дня на Яблочной улице. Только смотри, Макс, не забудь. Не беспокойтесь, всем сообщу. Собрание на Яблочной улице в час дня. Что мне нужно запомнить? Это Яблочная улица и цифра 1. Я запомнил так. Яблоко занимает первое место. Среди вкусных фруктов. Здравствуйте, Макс. Завтра в час дня на Яблочной улице. В час на Яблочной улице? Точно? Ты уверен в этом? Да, уверен. Здравствуйте, Билди. Ну, все собрались. Начнем работу, когда приедет Макс. Яблоко первое среди вкусных фруктов, а банан тоже вкусный. Привет, Энни. Привет. Вкусный банан. По-моему, банан первый среди вкусных фруктов. Да, банан первый среди фруктов. Ну, Энни, пока. Пока, Макс. Едем на Банановую улицу. Ла-ла-ла-ла-ла. О, куда ехать-то? На какую из этих двух улиц? Банан первый среди вкусных фруктов. Точно! Первый среди фруктов банан. Банановая улица. Н-
Никого еще нет. Макс так и не пришел, даже когда все уже закончили работу. Я уверен, что он забыл об этом. Верно. Ну ничего себе. Кажется, я вздремнул. Что это? Нет! Пожар! 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 Весь лес горит! Что же мне делать? Что делать-то? Что делать? Вот! Вызвать команду спасателей! Ну вот. Теперь ключ от гаража куда-то подевался. Хелли, объясни, в чем состоит твой метод? Ты сказала, он детский. Можешь спросить у Макса. У Макса? Да. Утром Макс пожаловался мне на плохую память. Я посоветовала ему свой метод. Хорошо. Спрошу попозже у Макса. Джин, команда спасателей. Джин, пожар! Лес горит! Что? Какой лес? Мне нужна более точная информация. Я точно не знаю, какой. Мы не можем проверять все леса в Бруме. Подумай как следует. Я не помню, какой. Макс, может, ты вспомнишь что-то по пути? Я встретил Энни. Она ела банан. Энни сказала, что банан номер один среди всех фруктов. Это Банановая улица! Ребята, я все вспомнил! Банановая улица рядом с Совиным лесом. Молодец, Макс! Жди нас! Мы скоро там будем! Надо выбираться отсюда. Но как это сделать-то? Макс! Полли! Хелли, спаси Макса! Хорошо! Макс, ты цел? Хелли! Давай, Макс, нужно перебраться в безопасное место! Да! Рой, Эмбер и я потушим небольшой пожар, а ты позаботься о большом! Хорошо! Так он может охватить весь лес. Отойдите, дайте мне. Туристы не потушили костер. Так нельзя поступать. Нужно тушить за собой даже тлеющие огоньки. Ну, хорошо, что все целы.
Если бы не наш Макс, лес сгорел бы дотла. Это точно. Верно. Молодец, Макс. Макс, тебе не нужно волноваться из-за плохой памяти. Ты очень хорошо вспоминаешь вещи, но только постепенно. Спасибо вам. Я почувствовал себя гораздо увереннее. Я теперь все могу. Я понял, что нетрудно запомнить что-то. На сегодня у меня было намечено что-то важное. Что-то важное? Но я не помню. Что? Подумай хорошенько, Макс. Случилась беда, их река, дружба, поле Рабакар. И они вместе всегда, хоть служба их и нелегка. Поле, всех смелей он и быстрей, рой! Нету никого сильней, Эвер, всех умнее и добрей. Переключилась.